Древние руины дарят людям уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать, как жили наши предки и какие дома строили. Историки, архитекторы и путешественники в равной степени восхищаются остатками давно забытых времен. Однако из-за состояния, в котором дошли до нас эти постройки, часто трудно представить, как же выглядели эти некогда величественные сооружения, когда жизнь в них кипела, были слышны разговоры и раздавались шаги, а где-то доносился запах с кухни. Проект «Экспедия» воскресил 7 древних зданий. За несколько секунд на месте привычных развалин восстают высокие стены, появляются потолки и крыши, и мы наконец видим, как выглядели древние строения на пике своего существования.